que vaya a pasar. Más falta. Gracias.
Thank you.
Thank you.
Я считаю, что самое главное, самое лучшее захватывание – это оборот. Вот эти вот захваты, вот эти вот, когда он берет вот. Вы соперника не чувствуете, вот он может двигаться, нигде не чувствует. А если я взял оборот, вот, вот я уже корпус его контролирую. Поэтому еще кроме чего, Андрюха, наверное, почувствовал, что я вот как бы сразу преодолел. Вы часто выходите и боретесь просто друг на друга руку положили. Что это такое? Я могу поговорить, что он должен поворачиваться. А может так Николай делает, он сразу раз на носочек и положил, и начал его грузить. И вот Андрюха как-то перед ним находится. Сами понимаете, если вас преодолели, вы не подвернуться, ничего не можете. Как правильно закрывать оборотную дверь? Обычно здесь портфель сюда закрывают. Вот ты один удался там, не вырос, как дядя Сёва, да? Руки не длинные. Поэтому мне приходилось бороться с длинными ребятами. Я их обманул. Я показывал захват, Андрюха, естественно, закрывает, правильно? Но вот здесь портфель всегда открыт, да? Ну, не самый оборот. Я показывал раз. Вот мой захват. Видите? Очень просто. Опять боремся, опять он... Ну я здесь возьму, понимаете? Ту часть, которая открыта, я нахожу, беру оборот. Если дают вам сразу оборот, берите. Самая главная ошибка, ребят, никогда не проваливайтесь на рюкзак. Вы должны такого стоять, чтобы вот вы где-то его касались. Вот касались. Давайте попробуем вот эту ручку такую. Раз, два, три, раз, два, три. Без сопротивления просто.
Я приеду в Бельгию, вечером.
Ради фотоши и транспилами. Или что на поле? Thank you.
Мне, кстати, я вообще классик, на самом деле, когда у нас насыпали хорошую школу танцев, была раз, два, три, бацы, у меня потом полетели, как автомат на работу. Раз, два, три, у меня подсечки идет. Понятно, да? То есть не просто вот это долбилку делать, ребята, а именно вот вы на зарплатах смотрели, когда уже это вести в регион. Создать ту реакцию, которую мы можем приглашать. И для клиентов. Гораздо меньше. Это будет гораздо работа, идет установление. Просто именно порадовать своих учителей красивыми бросками. Я еще в конце потом еще не буду вас критикой, потому что я абсолютно уверен, что будут ошибки. Я их видел на первый переговор. Ну, что-нибудь скорректируется, да? Приготовились. Работа такая. Thank you.
Можно взять за шею. Грузить за шею, а потом перехватывать за шею. Да, да. Нет, это не перехватывать руку, не обязательно. Нет, ну, правую руку не перехватывать, да. Поэтому я тебе двумя руками притяну сюда, чтобы руки сразу. А не надо было перехватывать, так можно было делать. Да, поплотнее. Возле подножки.
еще и убивал. Не скапывал.